Для начала я бы хотела рассказать именно про историю Тикурила, да. С 1970 года компания Тикурила запустила колировочные системы. То есть уже более 50 лет, как Тикурила погружается именно в цвет и в именно колеровку в интерьерах и во всех лакокрасочных материалах, да, которые производят. И на сегодняшний момент доступно более 52 тысяч цветов в колеровочной системе Тикурила. Естественно, это очень большое количество, и условно, если говорить про систематизацию, да, всего этого многообразия цветов, можно выделить так называемые короткие и длинные тренды. Короткие тренды – это цветовые коллекции цвета года, которые актуальны в течение одного года. Тикурила выпускает ежегодно цвет года Color Now и коллекцию в поддержку цвета года трендовых цветов. В этом году это цвет Cumulus в 2021 году. И каждый год мы анонсируем, объявляем новый цвет. Также у нас, если говорить про длинные тренды, которые делятся актуально не в течение там, одного года, короткого периода времени, а достаточно длительный период времени, больше года, иногда даже десятилетиями, то мы говорим про цветовые коллекции наиболее актуальных, популярных цветов и веера. Цветовые коллекции у нас группируются для фасадов и цоколей, для деревянных материалов, для интерьеров. И также есть веера, которые также отличаются на фасадные и интерьерные. И если вы знакомы с брендом Тикурила, если вы работали с ним, то вы наверняка слышали про веер Симфония. Он достаточно известен. Хотела бы отдельно подчеркнуть именно технологию изготовления вееров. Это не просто полиграфия, это не просто печатный материал, это действительно очень хороший инструмент в работе. Для его изготовления используются специальные технологии, и таким образом, если вы колеруете, если вы выбрали определенный цвет по вееру и заколеровали продукт в этот цвет, то практически 100% вы попадете в этот цвет желаемый, и для вас не будет никаких неприятных сюрпризов. И таким образом у нас выглядит колер-карта, где тоже используется специальная технология. И в колер-картах есть исчерпывающая информация. Если ее знать и с ней работать, то можно получить идеальный результат при нанесении того или иного покрытия. Я передаю слово Олегу. Добрый вечер всем. Я продолжу. Выбрать цвет из каталога – это не все, конечно же, что нужно сделать при работе с лакокрасочными материалами. Прежде чем выбрать цвет, необходимо правильно выбрать лакокрасочный материал. Давайте рассмотрим технические параметры фасадных красок, определяющих качество финишного покрытия. Паропроницаемость – это масса водяного пара, которая проходит за заданный период времени через заданную площадь поверхности образца. Другими словами, это способность лакокрасочной пленки пропускать влагу. В идеале паропроницаемость лакокрасочного слоя должна превышать паропроницаемость стены, чтобы не препятствовать выходу влаги изнутри. Водопоглощение – свойство краски лакокрасочного покрытия впитывать в себя влагу. Чем меньше будет значение этого показателя, тем качественнее будет считаться краска, потому что влажные стены обрастают плесенью и грязью, на них поверхность образует трещины, которые со временем могут разрушать штукатурный слой, а также не будет высокой нагрузки на пленку, если она не будет обладать достаточным высоким уровнем паропроницаемости. В идеале краска должна иметь нулевое водопоглощение и максимальную паропроницаемость. В совокупности два этих параметра формируют долговечность покрытия. Рассмотрим, какие факторы влияют
на долговечность покрытия. В процессе эксплуатации на фасадное покрытие воздействует ряд факторов, такие как солнечное излучение, перепад температур, атмосферные осадки, микробиологическая нагрузка, химическое воздействие. Немаловажную роль в цветостойкости и долговечности покрытия играет ориентация по сторонам света. Так, например, южная сторона будет подвержена более высокой ультрафиолетовой нагрузке, чем северная. То есть для южной стороны изменение декоративных свойств может произойти в более короткие сроки. При этом северная сторона имеет более высокий риск биопоражения. В плане цветостойкости наиболее негативными факторами являются атмосферные осадки и ультрафиолетовое излучение. В процессе длительной экспозиции и при воздействии ультрафиолетового излучения пигменты могут терять крающую силу, в результате чего будет происходить изменение цвета. Также будет происходить разрушение связующего, в результате чего покрытие может начать мелить, а пигменты вымываться осадками. При воздействии солнечного излучение опасным фактором является не только ультрафиолетовое излучение, но и излучение в инфракрасном спектре, то есть нагрев. В случае использования темных тонов оно может приводить к излишнему нагреву покрытия и его подложки, что в свою очередь может привести к образованию трещин, преждевременной деградации покрытия и отслаиванию элементов фасадных систем. Разработка продуктов, которые используются для окраски фасадов, ведется с учетом влияния всех перечисленных факторов. Краски проходят внутренние испытания на соответствие долговечности покрытия с помощью визерометра. Это стандартная установка для проведения ускоренных климатических испытаний. Параллельно краски тестируются на полигоне натурных испытаний, также в соответствии с установленными стандартами, то есть в натуральных условиях. Для подтверждения качества разработанных продуктов мы проводим дополнительное тестирование долговечности покрытия в сторонней аккредитованной лаборатории. Чтобы понять, почему предлагается специальный фасадный веер, хотелось бы добавить несколько слов о главных составляющих цвета пигментов. Пигменты делятся на неорганические, это в основном оксиды металлов, реже встречаются соли металлов. Данные пигменты обладают очень высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, а также к вымыванию из полимерной матрицы ввиду своего достаточно крупного размера. Однако данные пигменты в большинстве своем не позволяют получить яркие оттенки. Органические пигменты весьма разнообразны по составу. В зависимости от состава могут обладать достаточной стойкостью к ультрафиолетовому излучению для применения в ЛКМ для наружных работ. Позволяет получить максимально широкую палитру цветов, но ввиду малого размера частиц хуже удерживаются в пленке, чем неорганические пигменты. Поэтому, например, фасадные краски, обладающие высокой паропроницаемостью, то есть с меньшим содержанием полимера, требуют ограничений по колеровке, а именно применения только неорганических пигментов в рецептурах цвета. Часто встречающимися дефектами является нарушение правил колеровки или запрещенная колеровка, когда для колеровки ЛКМ используется, ну, для колеровки одного ЛКМ используется рецептура для колеровки другого ЛКМ, с той же базы, например. В итоге через короткое время пигменты вымываются из покрытия, яркость цвета снижается. В то же время для снижения негативного фактора нагрева покрытия при выборе темных цветов необходимо пользоваться информацией о коэффициенте отражения, представленной в веере Тикурила фасад 760. Для фасадных работ рекомендуется выбирать оттенок с коэффициентом отражения не менее 20%. Рассмотрим самые распространенные ошибки в проведении окрасочных работ, повлекших за собой изменение внешнего вида фасада. Использование краски с недостаточным уровнем паропроницаемости. Пленка краски не успевает пропускать влагу из основания,
что приводит к образованию дефектов на покрытии, пузыри, отслаивания, растрескивания. В итоге пленка теряет целостность и адгезию к основанию. Пример нарушения технологии окраски – высолы. Продукты коррозии и карбонизации бетонного вяжущего представляют собой белесые образования или разводы, выступающие на поверхности краски, изначально являясь водорастворимыми солями и основаниями. В процессе реакции с атмосферными загрязнениями, быстро переходящие в водонерастворимую или слаборастворимую форму, требуют механической или химической обработки для удаления. В процессе особо сильной коррозии данный дефект может привести к отшелушиванию лакокрашенного покрытия. Причиной образования высолов обычно является избыточная вода в подложке. Другими словами, окрашивание проведено по свежему бетонному основанию или прошло недостаточно времени. Пример выпотевания поверхностно-активных веществ, входящих в состав лакокрасочного материала и колорантов, при помощи которых придается цвет. При использовании особенно насыщенных оттенков или в случае ранних дождей на поверхности покрытия могут появляться блестящие участки, образованные вспомогательными веществами. Водорастворимые поверхностно-активные вещества могут быть удалены водой в достаточном количестве, например, самостоятельно после нескольких обильных дождей или при промывании поверхности водой. На качество высохшего покрытия это не будет оказывать негативного влияния. У меня все. Передаю слово Катерине. Спасибо. Олег, спасибо за такую подробную информацию. Я надеюсь, теперь участники нашего вебинара будут знать, как правильно, какие нюансы нужно учитывать при разработке, при подготовке поверхности и при окрашивании. Ну а теперь от решений технических переходим к трендам, архитектурным трендам в фасадах, да, фасадных в экстерьерах. И первый тренд, который называется Black is the new black, черный, новый черный, это использование черного цвета в именно фасадных работах. Это может быть немножечко странно показаться, даже провокационно, да, но этот тренд, он очень сильно отсылается к большому вообще направлению, да, и тенденции в Северной Европе вписывать здания в окружающий ландшафт. И таким образом черный цвет, он как будто выступает фоном, он не отвлекает внимание от окружающей среды. Он таким образом подчеркивает природу, подчеркивает ее красоту, не контрастируя с ней, а ее поддерживая и гармонируя. То есть это такой своеобразный баланс. И использовать черный в кровле, да, или в каких-то элементах деревянных, таким образом мы добиваемся какой-то определенной эстетики, минимализма и вот этого спокойствия и натуральности. Также вот здесь я хочу показать вам тоже картинки, да, фотографии, где видны фасады зданий, да, деревянных. Здесь тоже использован черный цвет с левой стороны и серый цвет в террасе, да, в фасаде и в террасе. И вот даже обращая внимание на задний план, да, на природу, которая на фоне этого здания, видно, что здание, оно не контрастирует, а подчеркивает всячески природу и гармонирует с ней. И поэтому черный, он очень так ненавязчиво, красиво удорожает интерьер, делает его красивым и подчеркивает его природную составляющую в том числе. Я хотела обратить внимание также, что эти фотографии взяты из фотобанка, и все, что вы видите здесь, это окрашено материалами тикурила.
Вот здесь тоже пример интересного решения, уже интерьерного. Здесь мы видим фотографии сауны, тоже в черном цвете, с небольшими бликами, акцентами, да, световыми. И мы тоже понимаем, что черный цвет и в интерьере при правильном освещении он может быть красивым и изысканным. Здесь на этой фотографии это уже не материал атикурила, это уже внешние источники. Но здесь мы видим прекрасное сочетание именно фактур и различных материалов в фасадах. То есть мы видим здесь и стекло, и минеральные фасады, и дерево. И обратите внимание, как дерево хорошо проявляется именно вот на таком черном минималистичном фоне. Мне кажется, это очень хорошо смотрится. Следующий тренд в продолжение темы натуральности, экологичности и такого северного минимализма – это серый больше серого. Серый может показаться скучным цветом. Возможно, даже однообразным и привычным, потому что мы привыкли, что за окном у нас серость, унылость. Но я предлагаю посмотреть на серый под новым углом, посмотреть, сколько много серого в различных вариациях именно в природе мы встречаем. Это могут быть серые камни, либо какой-то мох, либо засохшее дерево, туманное утро или изморось. И заиндевевшие листочки. Это все разные оттенки серого, и они все по-своему прекрасны своей натуральностью, своим многообразием. И именно вот подчеркнуть такое многообразие серого цвета, у нас в Тикурила есть целый веер, который содержит в себе 96 оттенков серого цвета. И если вы придете в фирменный магазин Тикурила, в студию цвета и посмотрите именно на этот веер, вы оцените его многообразие и именно то, насколько разными могут быть серые цвета. Они могут быть с холодным потоном, они могут быть с теплым желтоватым оттенком, они могут быть светлые, они могут быть темными и насыщенными. Но в своей сути они подчеркивают натуральность и природную составляющую. И вот здесь, да, можно обратить внимание, как серый цвет будет выглядеть на фасаде. Разные оттенки серого цвета. Это нисколько не скучно. Это достаточно премиально и красиво выглядит. Не ярко, но изысканно, да. И третий тренд, он наоборот про яркость. Он про цвет. Про чистый цвет. Такое противопоставление немножко предыдущим двум трендам, которые я озвучила. Для начала давайте пройдемся чуть-чуть по теории. Здесь знаменитый вот этот круг Итона, да. У нас есть определенный спектр цветовой. И вот тон, да, о чем я сейчас веду речь, это чистый цвет без добавления белых либо серых и черных оттенков. Это чистый цвет, цвет как таковой, да? И именно применение вот такого чистого цвета в экстерьерах тоже может быть интересным. Несколько примеров, тоже вот то, что найдено на просторах интернета, да? Это вот такие применения в фасадах. Вот тоже достаточно интересное решение, где используется какой-то определенный элемент фасада, но яркий тоже, красивый чистый цвет. И чистый цвет может быть прекрасно использован для здания, которое является, допустим, архитектурной доминантой в каком-то районе, регионе, либо в каком-то... для какого-то определенного акцента. Вот. И именно сочетание цвета и формы может создать какое-то совершенно новое, интересное видение и решение. Это смело, но именно эта смелость, она, по нашему мнению, будет в тренде в ближайшее время.
Здесь тоже вот на слайдах вы можете видеть варианты решений, да, это примеры из открытых источников, использованы именно для фасадных решений, да, для экстерьеров. С трендами с моей стороны все. Я хотела сказать вам еще раз, рассказать про наш Инстаграм. Здесь на слайде вы можете видеть QR-код и перейти по нему за ежедневной порцией вдохновения и каких-то красивых визуалов для мудборда и узнать больше, может быть, о продуктах, которые есть в нашем ассортименте. Если у вас возникли какие-либо вопросы по продуктам, о том, как их использовать, для каких областей применять, какие продукты, вы, конечно же, можете обращаться на горячую линию. Здесь на слайде вы видите номер и график работы. Помимо горячей линии у нас есть прекрасный чат-бот на сайте tikkurila.ru. Там вы тоже можете посмотреть, задать определенные вопросы и подобрать продукт, который необходим именно для вашей поверхности, в вашем случае, и узнать много информации, узнать информацию о наших новинках, об ассортименте Tikkurila. Получить порцию вдохновения, потому что есть достаточно много материалов красивых, поэтому переходите по QR-коду, узнавайте, подписывайтесь на наш Инстаграм.